Очень важный визит, очень важный. Мы его очень долго ждали, этот визит, и уже дождались. Но теперь, что самое основное, как оно будет дальше, что там за переговоры, что, может, даст Бог, он нам поможет с этим визитом, чтобы нам уже что-нибудь лучше было. Это было неожиданно, но настолько приятно, что президент такой страны как раз сегодня у нас. И именно на этой неделе, когда говорят, что будут обстрелы, что будет обострение, я считаю, что это очень важно. И это должен произойти какой-то переворот к лучшему, возвращение к лучшему. Именно в этой войне, которая сейчас происходит. Я думаю, что визит Джо Байдена в Украину означает, что Украину поддерживает весь мир, и что победа будет за Украиной. И что мы сильны, мы способны выстоять, что именно в такую непростую неделю он приехал в Киев. Это значит, что они готовы помочь, поддержать и усилить наш дух украинский.